Значит, хорошие сапоги надо брать. Надо брать. Ну что же, мои женственные девочки и не менее очаровательные мальчики, сегодня у нас с вами спецвыпуск моей машинной дорожной экспресс-косметички, которую вы достаточно долго просили. Сразу же предупреждаю вас о том, что я не буду открывать все, что здесь находится, я вам просто покажу, что, в принципе, я с собой вожу на случай, если водитель у меня оставляет меня где-то в гостях или у кого-то, или я решаю, что я больше не приеду домой после своих питейных историй. Напоминаю вам о том, что у нас шоу «Распаковка надо брать», с вами я, ее несменный ведущий Алексей Житковский, и обычно мы с вами экономим ваш бюджет и раскрываем ваши хотелки, а сегодня мы будем смотреть, что у меня. Но, тем не менее, это не мешает вам написать о том, что бы вы хотели себе приобрести. Для следующих выпусков мы обязательно купим и вам расскажем, надо ли брать или будем искать. Давайте же скорее приступим. Надо брать. Почему не буду открывать ничего? По той причине, что много здесь новых продуктов, и они начнут сразу же портиться, и потом меня подведут, понимаете, в какой-то из моментов. Здесь у меня все собрано. Значит, первый у нас что? Это Makeup Remover от бренда Nessence. Я, кстати говоря, бренды некоторые вообще ни разу не пользовал. Зачем я кладу себе в такую огромную, блядь, упаковку вот такую маленькую штучку? Сокровищница, понимаете? Господи, где-то мы искали, в какой сказке искали яйцо? А в яйце была игла. Короче, рубрика «Царевна лягушка». Вот в такой вот огромной вот этой штуке. Хорошо, что я вам показываю. Вот такая вот маленькая для глаз, да, дорожная история с такими вот маслами. Видите, как они переливаются. Буду хранить все теперь без упаковки. Тем не менее, это первая смывка для глаз. На такие, на 1-2 раза. Дальше у нас идет CC Water от Herbrian. Очень люблю Herbrian бренд. У меня вот эти вот все штуки, которые вы в дальнейшем увидите, есть в полноразмерном варианте. Это CC Water, такой вот флюидный совершенно тин для лица. Просто нанесли, чик-чик-чик, и все, такой водянистый. Очень люблю эту линейку. Дальше у нас от Grown Alchemist такой вот тоник балансирующий для лица. Ну, просто когда все себе смыли, нанесли этот тоник, да, прошлись финальным этапом и чувствуете себя прекрасно. Обожаю, что в пьяни, скорее всего, я ничего этого делать не буду, но на утро с бодуна обязательно это все себе устрою. Elemis ночной крем с коллагеном против морщин. Вот, тоже, ну, на ночь что-то надо себе нанести, да, для лифтинга, чтобы не было лицо, как у пчеловода. Затем мы приводим себя в порядок, да, скульптурируем. Вот такой вот штукой от Mainly Pro Liquid Contour. Это такой флюидный совершенно, прям совсем он у меня уже открыт. Такой, я вам сейчас покажу, так и быть. Вот, такой совершенно флюидный контуринг он делает, лайтовый, его вообще не видно. Так чисто освежиться, да, куда-то выйти. Тоже в моей косметичке. А дальше у нас идет тинт какой-то слишком яркий для губ от бренда корейского. Забыл, как он называется. А, это Thym. Бренд называется Thym. Он у меня тоже был открыт. Он такой вот нежненький. Ну, коричневенький такой, нежненький. На самом деле, не, нормальный, нормальный цвет, да. Я его что-то забыл, что я его уже пробовал. Такой вот цвет, нежный такой, пыльный розы. Да, на случай, если я совсем бледная моль. Дальше у нас идет с вами Skin Therapy. 17 суперингредиентов, опять же, от Herbriana. Это масло мультивитаминное, обязательно должно быть, если кожа совсем уже просто охуела от жизни, да, и от того, что вы в каком-то невыносимом полете. А вот, вот это вот масло, оно меня, разумеется, спасет, особенно в зимнее время. Обязательно должно быть. Дальше две вот таких вот штуки. Это у меня идет для бровей. Один карандашик, да, и второй карандашик. В зависимости от того, какое у меня настроение. И он, не видите, один вот такой вот текстуры, это если мне нужно, хочется себе сделать тонюсенькие брови. А это вот такой текстуры на случай, если мне нужно сделать себе прям какие-то просто неумолимо огромные сибирские леса для того, чтобы отвлечь внимание от всего остального пиздеца. Вот, соответственно, Elemis Superfood Matcha Eye Dew. Это у меня гель освежающий для глаз. Просто так вот наносите, освежиться в дневное время. Почему бы нет? Он может идти как маска у нас, сейчас я вам скажу. Нет, как маска он у нас идти не может. Он у нас идет просто такой вот контурный, освежиться под глаза. Вот, классный. Люблю нежной любовью. Сейчас, секунду, кто-то мне пишет. Надя уборщица приглашает меня присоединиться к групповому звонку. Она как вообще? А что там за группа? Сам глав, который надо. Пропустить. А что такое? Что? А мы ответили на звонок,
групповой звонок у нее какой-то. Все у нее в порядке. Дальше. Nars Climax. Моя история. Nars Climax – это тушь в маленьком формате. Не знаю, как она, но просто лежит. Если кто-то пользовался, расскажите потом, как он. Дальше у нас от, опять же, Grown Alchemist. Это Day Cream, да, Hydra Repair. Он у нас для рук или для чего? Сейчас посмотрю. Да, для лица. Для лица маленький такой вот кремчик для лица. Это на дневное время. Да, на ночное у нас есть, на дневное тоже. Все подбирается с крайней любовью. Дальше у нас вот такой вот CC-крем под глаза. А вот, ну, у нас есть CC-крем для лица, а это под глаза такой, как консилер, тоже невесомый. Обязательно. Вот, дальше у нас есть CC-крем в другом варианте, чуть побольше, на случай, если этот закончился. Ну ладно, на самом деле, этот CC-крем, он более плотный, чем CC-Water. Water — это совсем флюидный, а вот CC-крем конкретно вот в этом оттенке, он такой более плотненький. Вот, Herbarian марка. Блять, они что, не могут запомнить? Давай, стой, говно. Дальше у нас с вами идет что? Опять же, CCI от Herbarian этой линейки, для того, чтобы, если у меня совсем синяки под глазами, то CCI, в отличие от того CC, который был под глаза вот этого, он еще более плотный, на случай, если мне совсем нужно прям пиздец, у меня полный ебаный ад, блядь. Дальше у нас с вами идет вот такая вот абрикосовая помадка, нежненькая такая, бальзамчик для губ такой. Нихуя себе нежненький, блядь. Ну ладно, он такой нежненький. Его можно еще и на щеки чуть-чуть вместо румян. Вот, такая нежная у него текстура. Видите, такая слегка блестящая. Такая сама нежность. Такой вот от бренда Finn. Дальше у нас идет помада от Gucci. Вот такого вот цвета. Да, но это на случай, если мы решили продолжить нашу вечеринку. И мне захотелось какого-то, понимаете, такого вот прикола, да, такого цвета она, рыжего. Я не понимаю, зачем она на самом деле, у меня в косметичке цвет отвратительный. Пизду. Цвет говно, морковь, блядь. Короче, красивая просто, видимо, мне нравится. Пусть постоит, я ее потом брать не буду, выкину нахуй. Так, соответственно, дальше у нас идет с вами вот такой вот гель для губ, не гель, точнее, бальзам. Я его просто использую на ночное время, поэтому говорю ночное. В принципе, он может использоваться и в дневное совершенно спокойно. Бальзам для губ, который от Grown Alchemist, который все хуесосят, что он типа якобы протекает. Ребят, я не знаю, у меня ничего не протекает, но здесь, да, конечно, вот в этих вот местах имеет место быть, но он же создан для того, чтобы его задрачивать для дыр. Не знаю. Вот. Мне нравится упаковочка, мне нравится размер, поэтому он у меня лежит в косметичке. Дальше, что у нас идет с вами? Elemis Pro Collagen Vitality Eye Cream. Это такая у нас, это я, по-моему, это же масочка. Жизненная сила Pro Collagen. Подтягивающая, увлажняющая. А, нет, это тоже подтягивающая, увлажняющая штука для глаз. Да, чтобы не было этих бомжатских мешков, понимаете, да? Дальше у нас что с вами осталось? Остались маски. Маски у нас с вами. Значит, первое, гиалуроник. Acid Aqua Gel Cream, умывалочка такая вот, да, для лица, типа, чик-чик, с гиалуроновой кислотой. Дальше у нас Pink Shot Mask, это у нас, по-моему, маска, которая поры приводит в норму, да, она для Т-зоны, вот сюда вот кладешь ее и приводишь себя в порядок. Вот, это у нас Eye Patch, раз, два, три, от Herbarian, тоже маска, да, Eye Patch. Это маска или патчи? Тканевый патч для обороти вокруг глаз. А, это патчи, да, их положите, все, две штучки у меня. Вот, маска антистресс, разумеется, от доктора София Бигбаба. Вот такая вот для ухода за сухой, безвожной, склонной к раздражению и покраснению кожи. Такая вот масочка у меня, да. Вот такая вот масочка у меня от RAD, Feed Me Shit Mask, короче, тоже увлажняющая. Вот такие вот масочки у меня, да. И вот такие вот остались парфюмы. А, и разумеется, есть еще вот такой вот лава гель для губ. Он немножко протек здесь. Вот, гель для губ вот такой вот лава. Lava Lip Oil. А, это масло. Масло для губ. Я не уверен вообще, что я этим всем буду пользоваться, но вдруг мне когда-нибудь понадобится. Ну и вот такие вот духи. HFC и Essential Perfumes Nice Bergamot. Ну, Essential Perfumes я люблю, я его знаю. HFC тоже такие сладенькие, шлейфовые. И, ой, а эти очень приятные, Party on the Moon. У меня HFC, Party on the Moon и Devil, дьявольская интрига. Угу. Такие вот парфюмы.
Запах, на самом деле, что вот это, они такие универсальные. Она из бергамота, да тоже, на самом деле, универсальная. Ну, так, чисто, знаете, чтобы... Важно, чтобы было все. Маленькая дорожная косметичка должна в себе сочетать абсолютно все элементы для того, чтобы на случай, на любой случай жизни она была. Вот. А что у меня за бренд этой косметички? Grown Alchemist, да. Можно было бы, в принципе, выбрать и поменьше, но в машине лежит, есть не просят. И слава богу. Вот такие вот, ребята, у меня получились сегодня обзоры на мою косметичку для машины. Многие средства, кстати говоря, отсюда вы видели в наших предыдущих разборах в больших форматах. Вот, и они перекочевали успешно, поскольку я все забираю себе пробовать, перекочевали успешно, собственно, в мою маленькую такую вот дорожную косметичку. Надо брать. Ну, а с вами был я, Алексей Житковский. Шоу «Надо брать». Мы рассказали вам сегодня о том, о чем вы давно просили, о моей маленькой машинной косметичке. Напишите, есть ли у вас какая-то экстренная косметичка на экстренную помощь, что именно вы там храните и каких брендов. Может быть, я себе тоже что-нибудь там притараканю и куплю. А с вами был я, Алексей Житковский. Увидимся в новых выпусках. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока. Значит, хорошие сапоги надо брать. Надо брать.